ниже. Он хорошо сделал. Совершенно точно. Никита Игнатьев уже на кольца запрыгнул. Начинает сразу переворот в самолет. Вот это сложнейший это тоже элемент. Трудно. Еще ух раз. Ты, невероятно. Это очень трудно. Очень трудно, ребят. Силища Никите, конечно, хватает. Да? Ну, посмотрите, какое у него трудное начало. Это силовая часть, правильно? Силовая. Так. Выход в стойку тоже еще покосил. И вот обратите внимание, как нужно стоять в стойке на кольцах. Хорошо сейчас Никита показывает, как руки, они развернуты. Опа, смотрите, какая темповая вот эти вращения всякие, типа сальтовых, да, и в точку в крест. Это красивое композиционное именно. И это как раз таки вот одно из спецтребований, да. Ну, да. Вот, маховые элементы статические. Да, это очень эффектно. Здесь. И вот здесь уже на усталости видно, разворачивает да, руки да, вовнутрь. Двойной бланш с пируэтом в конце хорошо. Это не сложный, очень дорогой, нет, сложный, прикрой, хороший два бланша.